На паркетный клей фиксируем к полу планки из массива горного дуба толщиной 15,5 мм. Укладка елочкой по системе «Шип-пас». Паркет. Он изготовлен из древесины дуба, который растет на Кавказе и ценится за более светлый и теплый оттенок. Подобный вид дерева можно еще встретить в горах Франции. Паркет специально пока ничем не покрыт, даже маслом, потому что у нас есть очень интересная задумка. Скоро мы нарисуем здесь географическую карту. Предварительно мы загрунтовали паркет прозрачным составом. Сейчас с помощью трафарета наносим рисунок розы ветров. Используем баллончик с двухкомпонентной краской на акриловой основе. Далее вручную акриловой краской прорисовываем границы государств. В нашей палитре белый цвет и несколько оттенков серого. Для создания мягких переходов одного цвета в другой используем аэрограф. Когда краска полностью высохла, наносим поверх нее 3 слоя яхтенного лака. Аня, изначально мы с вами хотели нанести на пол карту мира, а потом ограничились Европой. Почему так произошло? Ну, мы посоветовались с художниками, обсудили эскизы, и они предложили все-таки использовать более крупный фрагмент карты. Потому что карта мира была бы здесь уж очень с мелкими деталями. И поэтому мы остановились на Европе. И потом мы решили, наверное, в идее того, что интерьер у нас это новый свет, а на полу будет старый свет, в этом тоже что-то есть. Наши герои используют эту гостиную еще и как танцпол, устраивают здесь дискотеки. Насколько рисунок способен выдержать такое испытание? Карта покрыта несколькими слоями лака. И даже если она со временем когда-нибудь протрется от энергичных танцев, то пол это как раз придаст винтажный вид. Насколько я понимаю, при таком активном рисунке на полу остальной интерьер должен быть очень сдержанным, да? Да, мы так и поступили. Пол – самый активный элемент, он солирует в этом интерьере, и все остальное лишь дополняет его. Поэтому у нас будут очень нейтральные и мебель, и обивка в креслах, ну и стены, как вы можете заметить, тоже нейтральные, за исключением вот этой перегородки, которую мы отделили, лестницу, ведущую в подвал,